Вторую руку закрой просто сверху колоду, закрывай и держи. Беру еще одну карту, видишь, это у нас Джокер, да? Джокер волшебная карта в колоде. Смотри, если я так смахну, смотри. Твою мать, это как? Покажи туда в камеру. Не, вот это вот интересно. Все, да, это как? Как он тебе вроде шестерку взял, вот это вот. Фак, мой мозг, в рот, блин, ноги! Удобная карта, если потрясти здесь и здесь, то она изменится. Смотри, это пятерка червовая. Смотри, что у себя. Покажи в камеру. Это Джокер. Вот, в общем, вытягиваешь любую карту. Да. Катите. А я тоже могу? Любую карту. Видимо, тот ролик со мной не получится. Покажите в камеру. Все? Покажите обратно. 9 пики. 9 пики? Да. Сделать одну туда. 9 пики, да? Так что вот ваша карта, правильно? Да. Закройте сверху вторую руку, просто закройте. Я возьму еще одну карту. Это у нас Джокер, да? Смотри, если я сделаю вот так, щелкну, то же девятка фиг. Покажи, покажи. Берем карту, эту планируют, вот видите? Теперь смотрите, если
все равно так не глядя, просто на память. Какая у вас камера стала? Должна вспомнить все. Чиров вкус. А если возьму их вот так вот и поменяю местами? Где какая камера? Сверху чиров вкус. Новый? Снизу. А если будет наоборот, удивитесь? Да, удивитесь. Окей, что где-то уже настоящая магия. Подели, поворачивайте. Поворачивайте. Смотрите сами. Как вам это удалось? Это магия. Для этого надо много читать литературу. Да. Спасибо по вам магии, большое. По фокусам и по иллюзиям. Спасибо.